20 тысяч алтайских бизнесменов установили на своих предприятиях онлайн-кассы. Это почти в два раза больше, чем два года назад, когда в России только стартовала реформа по переходу на новую систему. Такую цифру накануне озвучили специалисты региональной налоговой службы. На данный момент в крае зарегистрировано почти 36 тысяч единиц техники нового образца. Вся информация о покупках, которые совершают в крупных и мелких торговых точках, передается через интернет прямиком в налоговую службу. Выручка только по одной онлайн-кассе в полтора раза больше, чем была до реформы. Таким образом, интересы покупателей надежно защищены, а предприниматели не могут уйти от налогов. Получив на кассе чек и просканировав его в бесплатном приложении, потребитель может увидеть, какие покупки совершил. Просканировав этот штрих-код, это приложение разработано Федеральной налоговой службой, оно бесплатно. То есть, отсканировав этот штрих-код, можно увидеть всю информацию на чеке на этом. Можно сохранить этот чек себе в личный кабинет, он будет храниться на сервере. И потом в любой момент к нему вернуться. А зачем он может пригодиться? Ну, например, вы захотите сдать какой-то предмет. Задача налоговой службы до 1 июля следующего года – перевести всех алтайских предпринимателей в сфере розничной торговли и общественного питания на онлайн-кассы. Причем тем бизнесменам, которые проигнорируют требования, грозит штраф. Организациям от 30 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 10 тысяч рублей. За повторное нарушение объект могут закрыть на полтора месяца.